Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Что будет в новом эпизоде «Таинственного сада»? Сможет ли Демир понять, что на самом деле за человек Назлы? Когда между ними начнется любовь? Что будут делать Кавидан и Асад? Все это и многое другое теперь в нашем видео. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первым узнавать о новых видео. Мы оставили после себя захватывающий эпизод. Мы все были очень возмущены, особенно тем, что Назлы снова поверила в Шибнема. Да, он делает все для своего сына мемы. Однако он ставит себя в очень трудные ситуации только для того, чтобы заработать легкие деньги. Она оставит впечатление плохой женщины не только в глазах Демира, но и в глазах окружающих из-за угрозы Сад. Однако, похоже, Демир возьмет ситуацию Назлы под свой контроль. Можно сказать, что его спасение Назлы, особенно в конце эпизода, является показателем этого. Из-за того, что произошло в прошлом, Эсад хочет, чтобы Назлы исчезла вместе с Мема. Кавидан и Демир хотят взять Мема и вырастить его. Однако во всех этих событиях никто не спрашивает Назлы, чего она хочет. Конечно, Назлы хочет жить спокойной жизнью со своим сыном. Однако, к сожалению, вести спокойную жизнь в этом хаосе не представляется возможным. Когда он спасет Назлы из отеля и отвезет ее в дом, который он спроектировал для Мема, он лучше поймет, что у него не может быть такой спокойной жизни. Адвокат Демира объяснит, что то, что произошло в отеле, было не тем, что он думал. Особенно обвинение в том, что она заставляет всех в отеле быть плохими женщинами, загонит Назлы в угол. Эсад не мог бы яснее дать понять, что он действительно хотел убить Назлы. Однако, как он понимает некоторые события, Демир начнет защищать Назлы. В ходе этого процесса Назлы встретится с Дифне. Дифне видит в Назлы потенциального соперника. Поэтому у Назлы возникнет еще одна проблема. Все усилия Назлы будут тщетны против Джавидана и Эсада. Однако самый большой козырь Назлы в том, что она хранит записи о том, что произошло в прошлом. Вот почему Эсад, к сожалению, будет продолжать оказывать давление на Назлы при каждой возможности. Похоже, тот факт, что Демир каким-либо образом близок к Назлы, приведет к тому, что их отношения перерастут в любовь. Особенно время, которое они проведут в доме «Таинственный сад», станет временем, когда они начнут узнавать друг друга. На данный момент мы подошли к концу нашего видео. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.